Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда SRX, и у меня на канале новое видео. Под прошлым видео про HQD, как ее восстановить, вы набрали почти 1000 лайков. Это почти рекорд на канале, и это нереально круто. Так что я что думаю, надо пилить обзор на новую HQD. Она у меня досталась недавно в руки, так что что тянуть, поехали! Итак, что касательно новой HQD, она называется HQD Rosy, и знаете что, ее просто нигде не было в магазинах, просто нереально найти, все школьники, да кто угодно ее просто раскупают. Мы случайно зашли в магазин, и я увидел там 4 штучки, и купил, естественно, одну со вкусом дыни. Вот так вот выглядит новая HQD, просто посмотрите на новый бомбический дизайн. Давайте начнем с навала. Знаете, что я вам хочу сказать? Навал гораздо лучше, чем у предыдущей версии. И знаете, с чем это связано? Возможно, это связано с объемом, или они поставили более лучшую спираль или аккумулятор. Кстати, что насчет аккумулятора? Там, в этой новой HQD, 400 затяжек. Это, кстати, на 100 больше, чем в предыдущей, но все мы знаем, что у каждого человека тяжки индивидуальны. У кого-то они большие, средние, маленькие, ну, в принципе, как и с размерами, ну, вы понимаете меня, да? Если приглядеться, можно заметить небольшую дырочку между корпусом. И мне интересно, с чем это связано, потому что предыдущую версию HQD, если вы смотрели мое предыдущее видео, которое как раз набрало очень огромное количество просмотров, за что вам огромное спасибо, вот такую вот HQD мы разбирали, и что я вам хотел сказать, ее вот как раз таки можно разобрать, то есть как вы ее разобрать, вы можете посмотреть также у меня на канале, и да, ее можно разобрать обычным ножом или дримелем, и это довольно-таки просто. Что касательно новой HQD, я в принципе даже не представляю, как ее разобрать, потому что если ее также надпиливать дримелем или чем-то, чтобы сделать из нее бесконечную HQD, то есть полноценный вейп за 300 рублей, я думаю, с этим вариантом не получится. Но мне кажется, если вы под этим видео наберете огромное количество лайков, то я, естественно, попытаюсь ее аккуратненько разобрать, восстановить, зарядить, все в лучших традициях. Так что, если накидаете побольше лайков, и я увижу снова под этим видео такую же активность, я, естественно, сразу же выпускаю видео о том, как я разобрал вот эту вот HQD. Я думаю, надо, кстати, их сравнить. Самая большая примечательность в этих HQD, что размер аккумулятора 280 махов, но вот это вот HQD до 400 затяжек, а вот это до 300. Как они это сделали, непонятно, но суть остается таковой. Что касательно затяжки новой HQD, она очень сильно отличается от старого поколения, и она отличается тем, что затяжка идет гораздо туже, и именно вот, наверное, вот эта вот затяжка максимально приближена к сигаретной затяжке. Очень похоже, конечно, еще не дотягивает до сигаретной, поскольку все вот эти вот вейпы моды, они нас отучивают от курения настоящих сигарет, но она очень приближена к сигаретной затяжке, так что если вы именно хотите бросить курить и не знаете, чем заменить, то вот это вот HQD, я думаю, будет лучше, нежели старая версия. Так что именно мое мнение, что как раз таки с новой HQD курить гораздо... Так что мое мнение, что бросить курить с новой HQD будет гораздо легче и проще, нежели со старой. Для наглядности хочу вам показать две HQD. Слева, получается, находится старенькая, а справа новенькая. И как по мне, ребят, новенькая HQD выглядит гораздо красивее, и у ней, что ли, более такой современный дизайн, и я ему ставлю однозначно лайк. Ну а теперь, я думаю, самое время сравнить навал двух HQD. Бой поколений, новая или старая? Проверяем. Буду затягивать с одинаковой силой ровно 4 секунды. Поехали. Итак, первая — это старая HQD. Запомнили мы с вами старое облако HQD, а теперь пробуем новую HQD. Слушайте, на самом деле у новой HQD облако значительно больше, нежели у старой. Так что по-любому какие-нибудь механизмы внутри там точно другие.
Что касается удобности держания в руках, вот тут новая HQD, по моему личному мнению, уже проигрывает. То есть, когда ты берешь в руку вот эту вот HQD, из-за вот этого вот материала мне не так комфортно держать вот эту HQD по сравнению со старой версией, которая держится очень надежно и прям вообще никак не скользит в руках. Вот из-за этого вот материала пупырчатого новая HQD, по моему мнению, не так удобно держать. Может, они как раз-таки сделали вот такой вот дизайн с тем, чтобы было удобнее держать ее в руках, но мне так лично вот эта вот штука очень не понравилась, потому что, ну, она прям вот, когда у тебя вот руки начинают потеть, становится максимально ее неудобно держать, потому что она у тебя скользит в руках, и, соответственно, ты ее можешь выронить, и она может упасть, а поскольку она пластиковая, она может спокойно еще и сломаться, и отлететь какие-либо контакты. Так что вот за это минус, плюс ставим старый HQD. Дорогие друзья, а что думаете вы, какой внешний вид HQD вам нравится больше? Слева старая, справа новая? Обязательно напишите в комментариях. Что касательно цен на рынке HQD Rosie, она стоит 400 рублей, 400 затяжек. По итогу получается, что одна тяжка 1 рубль. Что касательно старой версии, она стоит 350, в некоторых магазинах можно найти за 330, очень, если повезет, она будет стоить 300 рублей. Все, что дешевле 300 рублей, однозначно паль и продержится у вас на затяжек 100. Ни в коем случае не ведитесь на подделки, но если вы просто хотите попробовать, что это такое, то в принципе можете купить, может что-то и поймете. Как говорит сам производитель, что в новой HQD на 100 затяжек больше, соответственно, он сделал ее дороже на 100 рублей. В принципе, я думаю, это логично, но на самом деле легче и дешевле купить вейп. Будем с вами честны. Ну а на этом, дорогие друзья, видео подходит к концу. Надеюсь, оно вам понравилось, и влепите ролику лайк. Также не забудьте написать свой комментарий, какая HQD вам больше нравится, старая, новая, или вы вообще предпочитаете вейп. Если наберем много лайков на этом видео, я разберу новую HQD, попробую ее зарядить, восстановить и сделаю из нее полноценный вейп. Как вам такая идея? Я думаю, круто. Так что обязательно поставь лайк. Ну а с вами был Сайрекс. Всем adios, amigos!